Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю свое мнение, я никогда никого ни к чему не принуждаю. И сейчас я хочу рассказать то, что, по моему мнению, человек сможет всегда заработать деньги, всегда в интернете. Вот, и все не могут люди зарабатывать, кто-то должен ходить на работу. Но если есть, так сказать, знания, если есть мышление логическое, всегда можно зарабатывать просто очень огромные суммы, даже несмотря на то, что ситуация, какая происходит сейчас в мире, там кризисы, все хайпы уже вообще одни скамы. Вот, но можно очень хорошо и неплохо заработать. Главное желание, главное стараться и главное всегда думать очень долго. Перед тем, как какой-то проект заходить, проанализировать, посмотреть механику. Либо же там можно даже свои проекты открывать, если вы там умеете покупать скрипты, настраивать. И можете заниматься там, под заказ делать проекты. Можете рисовать дизайны, можете там способов тысячи заработка. Вот, и так как зарабатывать без знаний тоже возможно. Я буду зарабатывать тоже на инвестициях. Давайте сейчас поговорим про BNB авто. Вот, в BNB авто, значит, сегодня открылся новый пул. Только что, вот, 10 минут назад, если я не ошибаюсь, может, чуть раньше. Вот, по времени я там не сильно там уже так это вычислял, но это не столь важно. Вот, я сейчас скажу свое мнение про этот тариф, стоит ли заходить сейчас. То, что в BNB авто пропускать проект, я считаю, что такой проект нельзя пропускать, по моему мнению. Такой проект, просто если пропустить, можно сейчас потерять несколько тысяч долларов. Такой проект нужно хотя бы зайти на минимальную сумму, я так считаю. Хотя бы где-то приглашать партнеров, потому что это не пчелки, это не BNB Hive, это не смарт-контракт. Это не какой-то там Hive проект, это не какой-то там топовый админ. Это действительно тема стоящая, которую нельзя, ее невозможно просто пропустить. Вот, почему я сейчас все расскажу. Вот, просто, такой проект, что пропускать, по моему мнению, это очень уже глупо. Просто вы потом посмотрите, и потом пройдет дней 10, вы посмотрите, сколько я заработал. Вы скажете, почему же я тогда не зашел. Вот, поговорим сейчас о рисках, поговорим о тарифах. Сейчас открылся новый тариф. Давайте сейчас вот откроем BNB Pulse. 5% daily. На мой взгляд, этот тариф пока что рисковый. Вот, но стоит в него тоже зайти. Почему? Потому что минималочка всего 0.01 BNB, вот, и у нас получается выплаты каждую секунду хоть можно выводить. Вот, я считаю, что можно попробовать на минимум 0.01 BNB, 0.1 BNB. Вот, у кого какие финансовые возможности, в этом тарифе я тоже думаю, что можно будет немножечко заработать, немножечко. Вот, это более вероятно. Конечно, то, что он отработает полностью, возможно, все возможно, как будет движение идти, я всегда придерживаюсь минимальных рисков. Поэтому сейчас открылся тариф, можно тоже поучаствовать, можно, конечно же, подзаработать. Вот, но для тех, кто вообще не любит риски, для тех, кто хочет зарабатывать при самых минимальных рисках, у нас тариф идет 6,5 дейли на 20 дней, 8 дейли на 18 дней. Вот 8 дейли вообще тариф, я считаю, менее рисковый, и тут тарифы, почти никаких рисков-то и нет. Риски только такие, что если там всю криптовалюту там уничтожат, там все власти мира скажут, все, не будет крипты. Вот только такой риск. Почему тут на 15 дейли будут все люди заходить, будут заходить сюда на 100, на 200 тысяч долларов? Я сейчас объясняю. Смотрите, люди будут последние деньги сюда нести, потому что риски тут настолько минимальны будут. Смотрите, доходность колоссальная, сумасшедшая доходность, при том, что минимальные риски. Я сейчас расскажу, почему. Смарт-контракт, он прошел аудит, он полностью прозрачный, открытый, то есть админ не может его взломать, там кассу вынести, вот как те же пчелки, которые выплатили все до нуля. И смотрите, что тут произойдет. Будет хороший ТВЛ, сейчас-то люди сейчас заходят, хотят зарабатывать, потому что нет аналогов проектов. Люди заходят, люди постоянно сюда заходят, и открывается у нас 15% daily. Вот, кстати, о цифрах, то, что я говорил, как зарабатывать десятки тысяч баксов, вот уже люди заработали 800 долларов, это могли бы быть и вы, если бы вы меня послушали и начали бы строить свою структуру, поработать немножко, не просто посмотреть, забыть и все. Вот, это серьезные деньги, вот, кому-то, конечно, там, 1000-5-10 долларов за месяц, для них это не деньги, вот. Может, вы больше зарабатываете. Пожалуйста, закрывайте видео.
Вот, смотрите там фильмы, музыку слушайте, занимайтесь там какими-то там делами, своим бизнесом, пожалуйста. Вот, я говорю для тех, кто хочет зарабатывать. Вот, и теперь смотрите, у нас тарифы открываются 15 дели, но сейчас у нас, смотрите, сколько у нас в пуле, в этом, не в пуле, в балансе, 22 BNB. 22 BNB этого, тут если будет 200 там BNB или 2000 BNB, я не знаю, сколько это будет через 9 дней, в зависимости от того, как вы будете работать. Вот как будет моя команда работать, как будут люди какие-то там другие работать. Если тут будет 2000 BNB, то какие тут риски? Смотрите, касса есть, подушка есть, это как страховой фонд. Касса будет в проекте уже хорошая, очень. Очень хорошая. Люди, конечно, захотят зайти и на 50 BNB будут заходить. Кто-то будет и на 100 BNB заходить. Это 30 тысяч баксов. Люди могут заходить. Почему бы нет? Хорошая касса, хорошая подушка. Даже если новых людей не будет, вот через 7 дней, вот осталось 22 часа, ну 8 дней, там, грубо говоря. Вот через 8 дней, если не будет новых инвестиций, вот, понятное дело, то, что это финансовая пирамида. Если в финансовой пирамиде не будет новых поступлений, они все равно заработают. За счет вот этого сейчас фонда, который тут есть. И люди умные, они это все понимают, и они будут сюда заходить очень хорошими суммами. Для вас сейчас преимущество набрать ревку. Вот, вы можете пригласить таких инвесторов, вы можете даже двух человек пригласить, они там еще кого-то пригласят, они это все поймут. Из 30 BNB, если вам будет капать там по 3 BNB, там, за день там раз, там $1000 капнуло, то это очень, ну, неплохо. Вот. Что сейчас? Сейчас нужно строить структуру. И, кстати, еще о фастах тоже поговорим. Люди некоторые не смотрят то, что у меня проект прекратил выплаты, инвестировать продолжают, кто-то закинул в скам. Вот, вот как-то вот так получается, вот как закон подлости какой-то. Вот почему-то, когда хорошие проекты, туда люди слабенько идут. Когда какой-то уже даже проект не платит, вообще, и когда, ну, фасты сейчас такое, что лучше уже не ходить. И уже ходить туда, наверное, не будем. Может быть, максимально только под какую-то страховку ходить, скорее всего, что не будем. Вот, люди заходят. Вот, заходят, и люди привыкли деньги терять, не знаю из-за чего. Вот сейчас можно смотреть, изучать эту тему. Тема интересная, можно максимально изучать. Я буду говорить об этой теме, ну, еще очень долго. Вот, и потому что, ну, по прогнозам она не скоманет. Это не хайп-проект. Был бы хайп-проект, тут бы можно было бы нарисовать то, что сейчас $100 000 вложено. Вот это все можно было нарисовать, вот это можно было нарисовать. Потом завтра люди бы пошли, можно было это все скомануть. Вот, поэтому тут можно прогнозировать, так как это не хайп-проект. Вот, касса не у админа. Это как криптовалюту, как взломать биткоин-кошелек, к примеру, или с вашего там... Нет, заблокировать ваш биткоин-кошелек. Вот, это то же самое. То есть, тут скажите, вы сможете обратиться в саппорт, чтобы заблокировали биткоин-кошелек мошенника или там USDT-шку? Вот то же самое это. Тут невозможно такого, чтобы проект скоманул, так как это все на блокчейне, это все на криптовалютах. И если он скоманет, то придется нарушать всю цепочку блокчейн, что является невозможным. Придется все полностью адреса, все переписывать. Вот примерно так у нас все это выглядит. И вам побольше профита, ничего не рекламирую. Я рассказываю, где я зарабатываю. Я, моя цель тут заработать, ну, минимум, я думаю, десятку. Минимум 10 тысяч баксов хочу заработать до... Вот этого числа у меня осталось 7 дней, я буду максимально работать, всем рассказываю уже о проекте. Минимум 7 дней, нужно торопиться, времени на раздумья очень мало. Если сейчас сидеть, думать, изучать, то потом просто уже нечего будет делать. Ну как бы можно, конечно, можно и потом будет заходить, потом и через 8 дней будет всегда актуально, хочу вам сказать, заходить, и через 10, но уже не так. Ну то есть тех денег вы уже не заработаете, чем раньше, тем лучше. Всем побольше профита, ну и до новых встреч.